дійсно прикольний автомобіль, тут іншого слова не підбереш. Дуже м'який, дуже комфортна підвізка. 1,2 літровий турбодвигун тягне супер. Сподобається тим, хто любить драйв, але так, в межах розумного. Що вразило, що за відносно невисокої ціни автомобіль має опції з автомобілів вищих цінових класів. Наприклад, система контролю рядності руху. Так, ну, власне, в середньому класі зараз поки що дуже рідко зустрічаєш такі системи. Він читає знаки. Він попереджає тебе про те, що ти перевищуєш швидкість. І це, власне, автономна система, яка сама стежить за дорожньою обстановкою і щось там собі вирішує. І для водія-початківця, і для водія, який не любить концентруватися на дорозі, це те, що треба. Citroen – это машина не скоростная, скажем так. Она действительно комфортная, у нее есть раскачка, у нее есть валкость в поворотах, поэтому ехать на ней быстро, ну, не то. То есть даже вот руль пустоват, это не драйверский автомобиль, это комфортный, практичный, просторный автомобиль, который получил, в принципе, кстати, простор – это одна из его, я считаю, важных таких черт положительных, потому что он действительно внутри впечатляет объемом. Ну, можно его, конечно, назвать кроссовером, но кроссовером исключительно городским, ярким, который привлекает внимание и своей раскраской, и своим дизайном. То же самое я могу сказать и про интерьер. Опять-таки, есть очень удачные опции. Может, кому-то надо система автоматической парковки. Вот он это умеет. Да, он не умеет парковаться под углом, но параллельную и перпендикулярную парковку он знает, заезжает. Мы только что проверили. Электрический усилитель позволяет это дело осуществлять. Французы вот в этот относительно небольшой форм-фактор вместили очень много, потому что здесь сдвижной задний ряд сидений, таким образом можно увеличивать багажник. И в целом из такого небольшого размера, объема, они ну, взяли по максимуму, потому что достаточно просторный салон, опять же вместительный багажник, и все оно эргономично, все удобно. И, в общем-то, как семейный автомобиль вот среди компактных кроссоверов, он выступает достаточно неплохо. Конечно, нужно понимать, что Citroen это автомобили все про дизайн, то есть они вот все такие дизайнерские, все такие оригинальные. А, и что интересно я заметил, здесь у нас в линейке легковых выступают такие серьезные игроки, то есть это бизнес-класс, это даже в какой-то мере премиум-класс, то есть Toyota, BMW, Mercedes. И когда ты пересаживаешься в такой маленький скромный C3 Aircross, ты, в общем-то, не чувствуешь такого резкого дисбаланса. То есть здесь к чести Citroen нужно отметить, что он выглядит по сравнению с этими автомобилями на уровне. Компактный кроссовер, и пытаемся понять, насколько хватит его проходимости. Помимо проходимости, помимо стиля кроссовера, Citroen в принципе запоминается очень ярким таким необычным дизайном. Здесь очень много всего интересного. Тут оранжевые дефлекторы вентиляции какие-то, тут ткань такая вот здесь вот на передней панели. Сзади такие прикольные полосочки на стеклах. При этом эта машина очень практичная. Здесь там двигаются сиденья, складываются сиденья пассажира, задние сиденья сдвижные, у них регулируется угол наклона там, и так далее. Она одна из самых просторных среди вот таких небольших кроссоверов. И этот автомобиль вполне может претендовать на титул автомобиля года в Украине. Возможно, в абсолюте, возможно, в своем классе компактных кроссоверов, но автомобиль довольно-таки сильный. Среди конкурентов, среди других подобных моделей.